всех болезнь, хорошо? Для нас тротуар, для вас дорога. Вы меня, видимо, не слышите. Езжайте на дорогу. А? Ходить хочу тут. Я хочу ходить по тротуару. Не мешайте, туда езжайте. Вы туда езжайте. Дорога там. Машина вот ездит там. Ну зачем? Ну что вы делаете? Назад сдайте. Езда по тротуару. Хочу, чтобы на дорогу вернули. А? Чтобы вы на дорогу вернулись. Вы как едете? Да я вас не слышу. Вы хоть поняли, что от вас хотят, нет? Чтобы вы ехали по убери дороге, не по тротуару. Камеру убери. Почему? Ты выкати. Почему? Выкати ты или нет? Выкати. Нет, 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 нет. Вы что хотите? Нет? Нет, точно нет. Ты кто? Человек. А паспорт вы? Предъяви. А вы кто? Паспорт предъяви. А вы кто? Ты сейчас менту. Вы не нервничайте, вы же понимаете. И скажу, что нападение. Хорошо, тебя заберут, звоните, говорю, серьезно. Звоните сейчас и говоришь, что это нападение. Что хотите говорить? Ты не видишь, вам, вам коллега, ты я не вижу. Не видишь, какая машина. Машина есть, да? У вас что, спецсигналы, вы едете по тротуару? Есть, да. Да? Да. Включайте тогда, если они у вас есть. Тут нет. Зачем вы обманываете? Тротуар. Вот тротуар, по которому вы едете. Александр, да? Сань, ну езжайте, ну вас коллега езжай, просит. Езжай, я тебе говорю, блядь. Все, счастливого пути. Все, хорошо, счастливого пути. Куда? Не-н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 е
смотрите сразу заранее, сколько машин. Вы здесь уже сотни автомобилей, говоришь, живут в этом доме. Что мне делать теперь? Ну не ехать по тротуару, это наша зона. Я с тобой согласен. Вот, смотрите, вот, понимаете, в чем суть? Вот вы заехали и за вами еще. Все, сдадите, вон, они уезжают, потихонечку. Ну, скажи, чтобы уехали. Они уже сдают назад, потому что они не понимают. Вдруг у вас, типа, получится, и они думают. И рыбку съесть, и на лошадке покататься. Все, да, до свидания. Здравствуйте, мы просим водителей... Пойди, кто старше, да? А? Кто старше? Ну, давай, допустим, я, допустим. Я понял, вас камеру убрали, быстренько. О, нет, тогда не хочу с вами общаться. Вы. Я говорю, камеру убери, пытаетесь... я видел знак, я уезжаю. Все, вот, убирайте. Назад уезжайте, все. Камеру. Зачем? Потому что меня нельзя снимать, дурачок. Почему? Почему? Вы в общественном месте. Я же вас не отнимаю, ни деньги, ни оружие ваше. Какая разница? Большая разница. Ничего страшного. Все, счастливого пути вам. Привет руководству Московского индустриального банка. Просто посмотрите, а. Ой-ой-ой-ой-ой. А вы далеко собрались? Уважаемые, а вы далеко собрались? Смотрите, вы едете. Где люди? Это велопешеходная зона. Я вот там смотрю, не перекрыто. Что перекрыто? Толстая, а? Подожди, ну езжайте назад на проезжую часть. Но вы же видите, сколько здесь людей. Здесь пожилые люди, молодые люди. Все идут по пешеходной зоне. Да, вот человек ждет. Но вы можете ехать по дороге. Но вы посмотрите, сколько здесь людей. Там есть проезд. Есть проезд. Спасибо. Если сейчас доедете до того перекрестка, я даже вам покажу, где вы заедете. Но только, пожалуйста. Вот в этот двор можно въехать? Можно, вот по дороге. А вы считаете, это нормально? Ненормально. Ну, едет по пешеходной зоне. Вот просто можешь даже пару слов сказать? Вот нам интересно ваше мнение. Вот как часто вообще здесь водители так обижают пробку по тротуару? К сожалению, часто. К сожалению, часто. Ну, ладно, спасибо большое за понимание. Вы мне сказали, все, я был предварен. Все, мы просто сюда пришли, чтобы вы не ругались, не кричите на меня. Спасибо, что меня не перебиваешь. Дослушаешь до конца? Вы орете. Дослушаешь до конца? Слушаю, давайте. Мне сказали, что там перекрыто, вы мне сказали, что это не так. Окей, этот вопрос мы решили. Да. А теперь вопрос следующий. На каком основании ты сейчас меня снимаешь? Мы где сейчас находимся? В общественном месте. Замечательно. И мы ты сейчас водители, конкретно меня. Я сейчас водитель.
Вы сейчас человек, который подошли, я не понимаю, что я сейчас, хотите. Вот, я сейчас здесь стою, на каком основании ты меня снимаешь? Все, не на каком. А вот это вот что такое? Все, он меня снимает. Тебя снимает, меня, да? Снимает. Значит, не, подожди. Нет. Лицо, он меня не снимает, надо. Он меня, Я попадаю в кадр. А вы не подходите ко мне. Все, я от вас отхожу. Все, отходим. Все. На каком основании происходит видеосъемка? На том основании, что мы находимся в общественном месте. Давай. Ни на каком. Все, уходим мы. Все, счастливого пути. Все. Вот ты сейчас себя снимаешь, да, видимо? Все, до свидания. Все. Имя свое не назовите хотя бы. Кирилл. Бунин, вот, Кирилл. Кирилл Бунин. Не помогает, не заглушивает, не переживай. Нет, я наоборот, что вас было видно в моей камере. Мальчик Кирилл пытается нас заглушить, нам свет. Нет, я себя свечу, вы же видите. Девушка, видимо, с вами же девушка, да? Девушка здесь живет и смотрит на людей, которые, мягко говоря, не знают правил дорожного движения. А можно по ногам, пожалуйста, приходить? А это тротуар, извини, не заметил. Слава богу, вы признали это. Все. А я с тобой и не спорил, мальчик Кирилл. Все. Только правильно, хорошо. Поучи. Поучу. Полезно. Вот тот самый злополучный водитель, который больше всех орёт. На, держи. Тихо. Да руки при себе держи. А вы что, пришёл? Тихо, у вас люди в машине. Что делать? Вы едете на вилку. Ты дурак, блядь. Ты кто? Вась, видишь, у вас ребёнок в машине. А ты что? Полежку. Да отпусти, пожалуйста. Да не помню. Что такое борзый, я не понимаю. Иди себя нормально. Не пи***. Иди себя нормально. Давайте полицию. Да вы, я думаю, сейчас полицию. Давайте. У вас дети в машине, вы ничего не слышите.